Че, опять АДК нету в районе? Так. На прошлой неделе 3. Фристайла пусть бафует каски, пока нету накрера. Если есть накрер, пусть бафует накрер. Чек на... Когда за накрер зайдет. А на крест что-то там грузишься? Наверное, психал там релогается. Дайте каску попросту. У друга свой попроси. А, это же не друг твой. У врага свой попроси, потому что она клель, который дает каски, релогается. Накрель, дай каску попросту. Каску выкрываю, нолик. Начинаем. Готовились, вихрь поджимаем. Вихрь костей! Беги, малышка, беги! Я сейчас наши пес дохнут. Что-то мне кажется, Джерри он сейчас ливнет, судя по рекаунту. Да ну ни хрена себе, 20 тысяч. Ну там шипы, конечно, может его на шипы не брало, поэтому прокнуло. Да ну прям сильно прокнуло. Смотри, он уже, ну, очкует. Ну я прям чувствую.
Трэш бьем, что стоим, хилы здесь. Посмотрите на свои руки. Протопала нет. Задумайтесь Протопала. Над нелепостью их строения. На крельбе тут. Это там что, 8 кров работающие? Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Да, фиксы купили, создатели жестоко пошутили над вами. Не умирайте, это ваша как бы там починка, все это ваши деньги. Границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Я пока не могу прочитать это заклинание. Макгрегор в танках, да? Простите бабы сами. Вы упали, вы прощаете каждый. Повезет вам все равно. По жизни или баб? Контролю квадратик, контролишь прижог, даешь контролишь трусы, без тайла контролишь месяц. Открывайте. Мама. Берите камни там. Нужно будет здесь бить трэш обязательно. Не будете бить, будет очень плохо. Духов, от духов надо будет отбегать. Давать контроль, как сказал, первые квесты дают, и все будет нормально. Значит, слева танчи 2 БДК, справа затупал, справа будет все РД, первая, вторая группа, третья, четвертая. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Хоть 2 БДК есть. Он говорит, и покажи чужакам мощь. Кто запускает вот это вот? Посмотрите, пожалуйста. Ты не в сил противиться моей воле. Макгрегор левого и с лестницы. Левого. Трэш развернули. Дайте баф на хп присты. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Да, моей дайте мне какой-то фирм там. Давайте, леди в центр. Довольно. Бьем трэш. Вы осознали бессмысленность. Давайте все развернулись в трэш. Где кружок вы ешьте?
Даликом. Противится моей воле! Что там, давайте хильте Апис, ресай, ресай фристайла, играйте по трэшу, добейте трэш с правой, с левой стороны, бейте все. А, все, падайте. Не ресай, не, так, не ресай. Ну зачем вы переводили? Падайте. Ты, что-то я просто это даже не глянул, что быстро перевели. Слав, там тебя не слышно, если шо. Да бегите. Кого второй на пул давать? Ну, первый на Гелда, второй на Макгрегора. Портуйся к нам, Мак, уже пулбавши сдадим. А можно фулбаф дать? Нет? Нет, подожди. В прошлый раз тоже не могли. Макс, блядь, для тебя портала не существует там, да, на первом этаже? Да я забыл. Как дела у тебя? Нормально. Дайте пристабав. И каску. Давайте, контроль.
Покажи чужакам мощь нашего господина! Ты не в силах противиться моей воле! Дали фюри контроля. Надо будет стопнуть. Добили трэш сначала. Трэш добили, еще пачка трэша идет. Своих не убиваем, бейте трэш. Дружок там нам попадал, нам забирать ногу. Умри, дудутипка. Диспелить, блядь, будут? Милики, убейте моба, приверженец, который от духа убегит. Упай во тьму, ты не в силах противиться моей воле! Тупой интерлюд. Что там, контроль игроков, смотрим, сейчас фиры будут. Всех лагает немножко, да? Не. Напуливайте там на второго танка. От духов бегите. Контроль сейчас, контроли будут. Сука, блять, сейчас аддон буду качать, нахуй, по духу хлопаю. Посмотри, как в контроле убивается их. Не надо аддон качать. Так там духом еще хлопаем, заебись. Диспел превращение, блять. Овцу продиспельте. Овцу продиспельте. Да это не поможет. Не хлопайте духов. Духи побежали. Мелизона тоже бежит, если что. Ты не противиться моей. Дали контроль себе. Вы Геру дали себе? Джерри, он бей трэш, иначе умрешь. У вас, по-моему, Геру не дали. Захиливай трэш. Сука, диспельте вы ебаных приверженцев. Бесите уже нахуй. Ты не в силах противиться моей воле.
что ли, ебать, на ману, а что? Ты не в сил противиться моей воле! Диспел, леди, блядь. Спивайте, Кэти, уже трэш не трогайте. В сторонке его там держите, даже не агрится. Сейчас контроль будет. Без контроля игроков, а то умрете. Фристайла, законтрольте. Что да, ну ты хоть им говоришь, что им делать, они, как обычно, не знают. Ты сидишь, молчишь, они там что-то делают. Уговори, чтобы не попали. Ебать нахуй, резко и сложно. Да, там все упали что-то. Раскол прожить сложно. Кто сказал? Стоя афликом под боссом на леди. Да? Просто высший пилотаж. Вергилию рассказывал это, блядь. Чё, блядь, оно у меня мгновенно покраснело, нахуй, пизда. Ты его очень долго, я тебе только хотел сказать, но думаю, ладно, ты ещё, наверное, на РНЖ, думаю, 110%, пока 120 наберёшь, скажу тебе после 110. А ты, оказывается, ещё дурак под боссом стоял, блин. Ну, а фиры кто давал, ебать? Что? Мастер. Короче, он нас спасал. Лут. Да похуй, ну вот забудьте про лут. В смысле, там осколок мой лежит, истинный. Был твой, стал мой. Охуенно. А как записаться в очередь на осколки? Через постель только. Чисти, если ты никому не нужны, не нал. А как ник у тебя? Алёша. Алёша? Да. Спасибо. Подождать. Проникающие способные заклинания кто-то собирает, не? ПВП. Ах, ПВП собирают. Чё надоём? Проникающие способность заклинаний. Не-не, нихуя не понятно. Так. Больше плюшки по этим пидорасам и шанс крита. Сопротивление стихиям уменьшает.
нейтрализует. Пушку одну займите, вторая справа. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горкрон, взлетаем. С Локом с интервью, да, в Инстаграме. Фотки его выкладывают. Чё ещё раз? В Инстаграме, говорю, фотки выкладываешь. Вы видите? Я там уже давно ничего не укладывал, там видео есть. А, ну видео, значит, укладываю. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Я релогался просто. Лагает пизда. Давай, дружинника уйдет. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Скоро пойдем. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Ваня, Варенька, а чё ты не перелетаешь? Чё ты за медведь? Я помер. Да. Ваня отдыхает. Ну и если перелетел, бы не помер бы. Так я там вихрь дал, меня что-то сразу убило. Чё так? Мне ещё... Меня первый тоже сразу убил. Так понятно. Типичный фурик. Что там такой фурик? Фурики ему учиться. Да там хоть 6 КГС, там всё равно будет понравиться. Главное жажду смерти и криты прожать. Пожалуй, высшего до счета нет. А это правда, что у протопала там агро, короче, вот этой кнопочки нету? Ну, типа бафа в смысле. Вот это он пидорас, нахуй. Правильно я понимаю, сейчас же вместо креста заходишь, да?
Да, дресните, пожалуйста. Дресните быстрее. Ригель. Вставайте сами, там бегите, там бой висит. На Ригеле почему-то бой. Или надписи, хуй знает на ком. Пизда, он собирает CLK и RS-25 гервал чате, ничего себе. Ты заходишь там? Да. А он в этом CLK? Ребята, короче, релога, то бой у меня. Короче, лута не будет, блядь, заебись. Хант, можешь лут посмотреть, наверное. Подожди, не смотри. Чё, смотреть лук? Дайте боф. Ну, думаю, да. Бой начинается, хорош. Сейчас я ловлюсь. Вот так, не? У вас типа что сейчас, батл на удаление персонажа? Ну, типа, как я понял, кто проиграет, тот удаляет перса. Да, но лучше, чтобы Джерил выиграл, так как у него там хапал для РСК есть. Так что, лутать сундук или нет? Да не удалят они персов, лутай зайду. Заебись, вверх получили. Давай, и чекну. А сколок там лежит? Блин, не пуляйте. Дай ему лутер, пусть раздаст, или тебе все скидает. Не пуляйте, босса, пожалуйста. Босса, не пуляйте только. Две минуты еще. Кидай. Скинь тут войду. Да я не могу это поднять. Пишет, этот предмет вам не подходит. Еще раз. Дай. Лутера. Лутера. Да. Сейчас попробую. Че там? Сейчас тебе скину. Ты в какой пати? Я ж ханту давал, правильно? Он все передает. Ну а сколько я не вижу, если шо? Не его, потому что нет. Ты гон. Весь гон. Да, там осколки на нем. Давайте чекну. Я релог. Есть у кого-то? Давай. Ребята, дайте пристабав. А каску протопал бафует? Это заклинание. Ну да. Давайте кто ничего не баф. По ДК каску дайте, паладин. Лапу, кто не бафует ничего. Лапу по рейду дай. Дайте друбав, чё вы? Ну Пижон не хочет давать, а Афиса пока. Да я купил сингры, заебали. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Так, ты же перезашла уже, нет? И вместе мы разрушим. Да. Лимон здесь, графит заходи. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы там забрать его. Звание пиздобол будет, да, кто не удалит перса. Старый упрямец. Да. Я сильнее, не могу. Если, даже если удалят, то все равно у него всех персов звание
Сюда было подправят. Там одно звание свободно есть. Чем это значит сердце Дренора? Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Куда он вас девается? Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. На, неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Не падайте, Газибар, махом. Сегодня я исполню это обещание. Смотри, этого нету. Сейчас пройдешь. Жалкий старик. Вы что, да, он по-любому герой? Скрипты включал, хотите смотри. Узнать, сколь вот этот вот, третий патик. Это... Ты смотри, скриптеры. Джарен, что ли? Короля Лича. На крылья забери. А ну чё там? Представила. Сколько, сколько, сколько нахуй? И конкретно. 150 тысяч. Разница. Джерри, он обрыгался. Фу нахуй, бля. Ой, это у тебя бой? В награде, рядом с матерью и предками. У Вани нету боя. Какой бы жестокой ни была битва, никогда... Снимай диван, распределяй. Рульте клинок. Рульте на ов 10%. Чё, ДПС рейд слабый, да? Да не, нормальный. А хули так мало дали? Вы чё, уёбки что ли, блядь? Защитник, король. Не, боя не было, я там падал, так что вот это правильный паскаде. Нету боя на мне, не было, сразу его скинулось. Какие вообще дома?
убивает. Идите. Ваня, ты броню резал? Кого-кого? Броню резал-то? Да, резал. Самогона там костыль больше не упорча, больше набило и все. А так, все то же самое. Да, хорошо, я видел. Блядь, сука! Отойду 2 минутки буквально быстро. Конечно, блять, ебал по клавиатуре кататься нахуй. Хули, это не хухры, это не хухры, мухры, блядь. Давайте, идите. Чё-то запись зря не включили. Учитывая, что я самогона объебал по ДПС, значит я и круче Джериона, и круче самогона. Общий, а у кого сохранился общий? Сорян. А я чуть его не поставил, я прям перед полом говорю, дай мне каску, он дает каску, на нем бой. А ты с педалькой самогон? А что за педалька? Ну... блять... Какая дека его отменяет? И там макросом в одну кнопку. Мутат тач за БДК педалькой, отвечая нам. Бля, с боем что надо делать, короче, так несерьезно бафать. Пошли. А что он тебе скажет? Бля, Джерион, ты лучший, ты в следующий раз его съебешь, давай, я в тебя верю. А хотя как ты съебешь, ты же удалишь Ред. Все, что он может сказать, что вывалькивай с ней, всё. Все остальное хрень. Я говорю, перекину с него, ну типа, это мейн чар и удалю. Перекинет ЕП ГП и удалит, сказал. Не ЕП ГП, а шмотки там, ПГП. Нет, он не только это перекинет, он еще что-то перекинет. Джерион, на 4 чешки РДДшных ты не перекинешь. Куда идем сейчас сначала? Если честно, то какой-то дебильный спорт. Почему нет? Ну вот смотри, как мы начинали бой? Если у нас сразу бой горел, он фласку не выпил, ой, банку не смог выпить на хосту, то же самое. Нет, а самогон не смог выпить банку. Так, свитки уже давно не работают. Очень давно. У вас там бои всех? Не знаю.
Не, ну уже пропадает. Ропись, что блин, бить? Че за хуйня? Причем тут жены? А из-за педальки пирсы удаляются. Да, самогон. Кто первый вот этот спор назначил? Данил. Заберешь на КЛ? Анакрель. Да, это о чем? Не спи. 5 стаков у меня часа. Ой, я что-то забыл вообще. Парадон. Пускайте один туда, остальные стоим здесь. Кто не бежит, стоим здесь. Сейчас могут убьем. Одна ловушка там. Стан еще готов терять. Ну и нахрена там?
кто демон из вас? Графит, да? Есть стандарт. Ракшас, Ракшас, Мурбоса, Интерлюд, Графит, Бенджи. Ракшас тоже портал поставишь, первый выйдешь, если вы будете краков вдруг. Давайте отбиваемся. Уже по 10 человек не блюем, там будет недовыяснение опять. Каску по себе. ГП, да, мы все упадем. Чек. Еще раз сказать и про Ренджу. И пристанов. Кто выходит на Ренджу? 4 приста, 1 хан, 1 сова. Интерлют и графит. Все, зависит. Игорь, как дела? При стопах можете дать или нет, нахуй? Начинайте. Можно. Вон на ту сторону заднюю перебегите кто-то. Геру. Человека, чтобы бывало уже. Отличные новости, народ. Я починил трубы. Когда перебегаете, сразу в рейдж вставайте. Это заклинание еще не готово. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Захильте, захильте лок. И дайте фридом локу. Фридом, фридом, блядь. Ник назови, кто будет, давай. А я дал уже. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой смеси. Айош. Ну, Айош, нормальный пацан. Пройди вперед немножко, этот графит. Пройди вперед, вот ты с хантом сложишь. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Смотрел кто фильм без лица? Отличные новости! Да! Пиздатый фильм! Для подачи ядовитой слизи! Смешной финиш, что ли? Ну да, поджарил, да. Как он это? Такое лицо сделал, да? Как его зовут-то? Готовились разбегаться. Побежали в мизону, все вышло, все с мест своих отошли. Отличные и рейндж новости, народ. Рейндж. Я починил трубы. Слушай, вышли. Для подачи ядовитой слизи. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ну чё, мы обкурили, что ли? Ну, чё вы падаете-то? Ну, миллион зону заблевала. Беги, малышка, беги! Интересно, почему? На рейнже никто не убил. Какой-то рейндж подошел, что ли? Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. А объект совет ПВП подходит же, да? Не знаю даже. Нет. Ты что, Джерри, на хила рулишь? Не, я на майнер. А
то хероту. Ужас. Его же никто не... Сука, язвит еще пидриво. Бля, Джерин, я бы на твоем месте приехал бы и разъебал бы его в дуэли, нахуй. На мейн ролите там. Ролите 10%. Самого он просто вселенскую справедливость восстанавливает, и все. На оф надо кому-то, нет, хилы. Больте на мейн. Окей. Сейчас наем, блядь, снег. Будут снести спор и одна подвоз. Нет, подождите, подождите, манутки. 40 команды. Чек на пул. Все. Все-все. Блять, нажимайся. У вас, сука, 4 мага, блядь. Никто может никто бафнуть. Теперь каску дай. Тотем, Ригель. Ригель, нажми. Идра ебаный. Нажми что-то, нажми. Да похуй на каску, блядь. Давай ебать. Пиши в ПМ фристайл, я накрыли. Но не будут тебе каску бафнуть. Не будут я ГТ, да. Максу, пожалуйста, было прийти. Трусы не забудьте. 6 человек будет. Тут и... Дудутипка, отойди чуть-чуть налево. Дудутип. Сова, да беги до квадрата. До квадрата, сова, смотри. Что, вкалываются люди эти, блять? Мертвец! Мертвец! Не хилит. Дал каплю пам. Пришествие там как дела? Два шамана. Эрдру. Покровительство там есть у тебя. Танки хили. Стаки копятся на бусы. Танки умирают. Вот сейчас. Давай. Этот полон. Айоши каплю на Анатриэль. Калаунчик. Значит, фристайла каплю. Ну и хулипал, давай каплю всякие. Каску под ЭК. Сейчас уронит протопал, под тремя стаками очень сильно бьет. Хилить. Обычный опыт газа. Только будет... Папочка, у меня получилось. Мертвец. 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 Сложно было в споры сбежаться в две. Можно было их приносить нормально. Они стоят там как конченые маги. Да, спасибо. А это кто приносить нормально стоит? Жон? Две их было? Нет, я это не сказал. Я это сказал. Ну давайте, двое этапов упадет. И если этих не падает.
вроде должно, да? Войд? Сюда, Бур. Ваня, Варенька, дай ему какой-то. Кто с ним мог снимать? Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком. Давай, тупой, не обращай внимания. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ха! Ебать, лох. Че, не надо никому? За десятку только если. Давайте за десятку, силу гнили, ройте. Это кисти за десятку. А силу гнили не надо, да? Сумните. Лёх, пошли в твоё РК.